Мама за дочкой, папа за мамой. Финал соревнований спортивных семей края. Накал гонки такой, что лыжи не выдерживают. Лучше всех с этим испытанием справляется семья Елисеевых из Новоалтайска. Мама Марина, папа Евгений и дочь Арина. Очень рады, что мы в этом принимаем участие. Это заставляет двигаться, мотивирует не лежать на диване, а идти, готовиться. Приходишь с работы, неохота, но все равно поднимаешь себя и идешь, потому что понимаешь, что ты не один, что приходится пинать и детей, так как они еще маленькие, не понимают, что тоже им нужно. Пока всех напинаешь, двинешь на место, но все равно здорово. Мы очень благодарны Галинке, мне вообще спорту, что это есть в нашей жизни. Почти 40 лет в крае проводят олимпиады городов. В них охотно участвуют активные жители. Говорят, это быстрый способ отвлечься от будней, показать себя и, возможно, победить. Так как это сделала сборная Рубцовска по футболу. 3 безответных гола в ворота новоалтайцев и Рубцовск чемпион. Или сборная Славгорода по хоккею, выигравшая турнир. В Алтайском крае много традиций, есть хорошие спортивные традиции. И вот такой важной, наверное, основной традицией являются олимпиады. Олимпиады городов и олимпиады сельских спортсменов. Это тот праздник, который надо поддерживать, развивать, и пусть он будет. Интрига в медальной гонке городов сохранялась до последнего дня соревнований. В итоге на нижнюю ступень пьедестала встал Бийск, на вторую Рубцовск, а чемпионом стал Новоалтайск, вырвав победу с разницей всего в 5 очков. Следующая олимпиада городов Алтайского края пройдет летом 2021 года в Заринске. Андрей Дреер, Алексей Янкин, «День с толком».